Десятки важнейших предприятий, которые работают в самых разных сферах, с гигантскими цехами, уникальными лабораториями и технопарками, присоединились к акции «День без турникетов» и распахнули двери для всех, кому интересно своими глазами увидеть процесс производства. Причем не только в столице, но и в Подмосковье. Вход свободный и совершенно бесплатный. Самым любознательным показали передовые разработки, поделились секретами мастерства, даже доверили машины и инструменты. Мама мне прочитала про все, где проходит эта акция, но я решил пройти сюда, потому что мне вот это интересно. Я только знал, что такое есть, что есть такие сенсоры, но сам никогда не пробовал. Отлично, очень понравилось.